Якщо грибок вам дошкуляє, естезифін допомагає. Друзі, мої вітання. Мене звати Ігор Гаврищак, YouTube-платформа 24 каналу. Сьогодні в нас на календарі 26 серпня, субота, і традиційне зведення з нашим військовим експертом і полковником Збройних сил України Романом Світаном. Пане Романе, слава Україні! Героям слава! Бажаю всім здоров'я! Пане Романе, сьогодні згадаємо удари по Криму, дуже якісні, також згадаємо про можливу масштабну мобілізацію в Росії, про яку сказав Буданов, а також про те, що на фронті, на певних ділянках фронту в росіян є дуже серйозні проблеми. Давайте почнемо з того, що з 25 на 26, верніше 25 серпня в Україні, по всій Україні лунала 6 разів повітряна тривога. Тобто офіційно ніяких прильотів немає, були дуже короткі паузи між тривогами. Що це могло бути? Для чого це робили росіяни і чи вони намагалися щось вивідувати? Льотний состав, помимо бойових вилітів, совершает ще дуже багато учебних, контрольних польотів. Ми це називали в своє время для підтримання штанів. Тобто у льотчика є определенні перериви між польотами, більше яких він не може літати без контрольного, провозного, з інструктором, так сказати. От. И нужны еще учебные полеты, то есть тренировочные полеты и тренировочные полеты, которые также вот эти перерывы продляют постоянно. То есть если каждый, допустим, месяц должен взлететь и сесть сам, то есть должен это должен выполнить. И вот взлет-посадка каждый месяц, она происходит без боевого, так сказать, вылета. Или контрольным полетом при отключении приборов, при там, полеты под шторкой, полеты при проверке действий в особых случаях. Это все контрольные полеты. Эти все полеты, они не сопряжены с боевыми вылетами. Вот эти любой полк, любая эскадрилья проводит такого рода полеты, причем дни выделяются на определенные дни выделяются, когда выполняются такие летные смены. Поэтому, скорее всего, россияне именно этим и занимались. То есть учебно-тренировочными или контрольными полетами на этих самолетах, на МиГ-31К. Ну, а мы, видя взлет самолета, мы же не знаем, какой он тренировочный, учебный. То есть объявляется, естественно, тревога. Поэтому бывают такие, будет и да, в дальнейшем будут такие летные смены у этих МиГ-31, когда будут вот такие взлеты. Но между этими взлетами может затесаться один боевой. Поэтому нельзя игнорировать, даже понимая, что там сегодня там 5-6 тревог было без спуска, седьмая может быть спуском, поэтому ни в коем случае не игнорировать воздушную тревогу, особенно вот такого уровня, то есть МиГ-31К это кинжалы, а кинжалы достают до любой точки Украины. Пане Романе, якщо говорити по влучаннях, в нас є дуже хороше і якісне попадання в стан ворога. Дивимося на карту, говоримо про район Перевальний. Біля Сімферополя, так? Ось, Перевальний є. Що каже, що нам вдалося спільно з зусиллями Збройних сил України, СБУ, влучити в розташування 126-ї бригади Чорноморського флоту. Величезна кількість жертв і величезна кількість втрата техніки. І кажуть, що били ми великою кількістю безпілотників. Так и есть. Была информация от россиян, что они сбили там, или летело 42 беспилотника, сбили, по-моему, больше 30, больше десятка куда-то попало. Есть еще дополнительная информация, что летело больше полусотни беспилотников. И где-то вот половину они действительно могли сбить. Поэтому такого рода операции, вот сейчас уже появилась информация о том, что выполняли это вооруженные силы Украины со службой безопасности Украины, спецслужба с вооруженными силами. И выполнено, ну, отлично. Дело в том, что несколько, там, десятки убитых, десятки раненых и десятки поврежденной техники. Это действительно большая база. Причем она была прикрыта системой противовоздушной обороны, серьезной системой ПВО. И вот видно, исходя из количества беспилотников и уничтоженных в том числе, и прошедших
выполнивших боевую задачу. Видно то, что приняли решение прорывать систему ПВО в режиме превышения коэффициента. Есть такой коэффициент пресыщения системы. И вот его нащупали, поняли, сколько беспилотников может одновременно система ПВО в этом месте сбить, и увеличили ровно в два раза. Вот и получилось, половина была сбита, половина выполнила боевую задачу. Пане Романе, от власне, я правильно розумію, що ми беремо їхні позиції кількістю? Тобто ми не намагаємось обійти їхні ППО, а просто виснажити і випередити їхні вистріли кількістю безпілотників? Є кілька способів вскриття системи протиповітряної оборони. При правильному підході один безпілотник може пройти, якщо выбрать маршрут, заслепить ПВО или как-то по-другому, там, по высотам двигаться, исходя из карты местности. То есть есть вариант, допустим, через пресыщение системы, это когда много идет беспилотников, сразу понимаешь, что там больше половины будет сбито. Есть механизмы постановки помех, причем такие серьезные, когда запускаются ракеты с сигнатурами помех сразу нескольких или там нескольких десятков. То есть механизмов очень много. И вот один из механизмов, это вот превышение коэффициента пресыщения системы. Вот именно он, именно в этом случае был выбран и дал свой результат. По другим направлениям, может быть, другие механизмы, и мы их, кстати, видим. Бывает, и один беспилотник идет и проходит, выполняет боевую задачу. Бывает, идет группа или две группы волнами, одна группа идет на отвлечение, вторая группа ударная. То есть вот эти постоянно идет такой креативный подход к выполнению боевой задачи. Вот мы увидели, как один из таких подходов привел к пораженню російської частини. Пане Романе, якщо говорити про територію Росії, то знову заявили в Міноборони країни-агресорки, що збили безпілотник біля Підмосков'я десь, але що важливо, знову ж таки були закриті всі аеропорти в Москві. Домодєдова, Шереметєва, Внукова. Наскільки це хороший підхід і наскільки це впливає психологічно на ворога? Ну, может, они сбили, а может, и беспилотник выполнил боевую задачу, потому что показывают столб, взрыв и работу. Но где взрыв и что было уничтожено, россияне же об этом не скажут. Это, может быть, как когда-то уже после войны Генштаб отчитается в работе по территории России, а мы можем просто догадываться о том, что беспилотник, который выполнял боевую задачу, он мог ее выполнить. Хотя могли его, конечно, избить в том числе, если это был один беспилотник. Не факт, что один. Опять же, вот один из механизмов, как вскрыть систему ПВО. Мог бы беспилотник идти для проверки, допустим, того же маршрута. То есть вот до этого участка, значит, беспилотник может пройти. Завтра по этому участку, по которому он шел, а об этом только оператор знает, может по этому участку пройти, допустим, десяток беспилотников, свернуть перед этим рубежом, где был сбит беспилотник. И вот такой подход прощупывания ПВО, постоянный мониторинг расположения зенитно-ракетных комплексов приводит потом к какой-то масштабной атаке, которую выполняют уже вот в таком режиме, в режиме пресыщения коэффициента ПВО, уже выполняет большой рой беспилотников или несколько волн беспилотников. Ну, я думаю, посмотрим. Сейчас в ближайшее время это будет видно по Москве в том числе. Ну, от, власне, секретар РНБО Олексій Данілов прокоментував регулярні удари безпілотниками по Москві. Що він сказав? Що громадяни РФ не мають почуватися спокійно, коли в Україні гине цивільне населення через війну. І сюди ж я хочу згадати бійця, він достатньо відомий серед військових, це є Тавр, який був в Азовсталі, одним з командуючих на Азовсталі, був в полоні росіян, вернувся. Що він пропонує? Що він каже, що там, де ми зараз наступаємо, маючи на увазі південь, дуже сильна лінія, дуже багато потужних ліній оборони росіян, відповідно, нам важко їх проходити. І він пропонує
йти там, де немає оборони і де Росія не має фізично формувань. Він каже наступне, що треба йти, можливо, навіть і на Москву, або брати якісь території Росії, наприклад, Білгород. І потім вже, коли будуть політичні перемовини якісь або якісь контакти, пропонувати обмін. Ми вам віддаємо якусь Білгородську область, а ви йдете з Запорізької, Криму чи Донбасу. Ну, а если россияне скажут, то оставляйте себе этот Белгород, а мы будем работать там, где мы работаем, и что дальше? И это не решение вопроса. Если уже идти на Белгород, то надо идти дальше, то есть в юго-восточнее, на Дон, выходить на Ростов, отсекать российскую группировку от Украины. То есть если планировать заход на российскую территорию, то он должен быть, во-первых, кратковременным, так как это не мы же не захватчики, мы не будем захватывать территорию, и должен выполнить стратегическую задачу какую-то. Вот отсечение, пересечение сухопутного коридора, оно же может быть в районе Мелитополя, может быть в районе Бердянска, в районе Мариуполя, а может быть и в районе Таганрога или Ростова, то есть по большой дуге. Потому если уже заходить, так вот выходить вдоль Северского Донца на Дон, в районе Усть-Донецка, и дальше двигаться на Ростов, и прикрывающийся тем же Доном. И тогда не надо будет, допустим, торговаться или обмениваться сначала, по крайней мере, зачистить территорию от россиян украинскую, а потом уже можно будет отдать Ростов и Таганрог за репарации и контрибуции, которые мы, и за покрытие судебных исков. Вот в таком разрезе можно заходить на территорию и торговаться. Но опять же, не торговаться, а конкретно предложить. Либо репарации, контрибуции, либо Ростов, Таганрог навсегда остаются украинским. А может быть там дальше и Кубань и так далее и тому подобное. То есть вот такими механизмами, да, можно действовать. Данилов не военный человек. Военный человек не сказал бы так. Гражданских бы военный не кошмарил ни в коем случае. Военный бы руководитель Совета Безопасности сказал бы, что украинские вооруженные силы будут наносить удары дальними средствами поражения по военным объектам, а гражданские, которые находятся в районе военных объектов, есть предложение выехать на безопасное расстояние от военных объектов и по маршрутам следования беспилотников, которые могут быть сбиты. Эти беспилотники тоже могут нанести определенный вред вместе с противоракетами гражданскому населению. Потому предлагается гражданскому населению выехать, опять же, отъехать на безопасное расстояние или выехать в безопасное района. Но если все это суммировать, то можно сказать конкретно, россияне, едьте за Урал, потому что до Урала пока будут работать наши средства поражения. Это нужно при выполнении боевых задач, нужно гражданских предупреждать о том, что могут быть последствия для их жизни и здоровья при нахождении на дальней территории. Якщо говорити по лінії бойового зіткнення, давайте почнемо з Херсону. Є в нас два цікавих повідомлення, тому що є вибухи в Каховці. Нагадаю, раніше були вибухи в Новій Каховці. Ось є такий серйозний стовп диму. А також, якщо дивитися на Z-пабліки, вони повідомляють, що якась 205-та бригада, я так розумію, в районі козачих лагерів, ось тут, понесла серйозні втрати. Знову ж таки, це, пане Романе, прощупування, це ДРГ, чи відкриваємо новий фронт? На правому берегу Дніпра розположені наші батареї. Правий берег високий. Артилеристам працювати удобно з високого берега, з будь-якого перевищення, з будь-якої висоти. Удобно працювати. І все-таки натовська артилерія, вона далі б'є російською, десь на 7-8 кілометрів. 155-й снаряд йде, ну, в среднем 25 километров. То есть нужно разведка, корректировка. А для этого у нас на левом берегу работают наши разведосы, разведчики военные. Вот такие же, та же разведка, которую мы вот недавно видели, высаживалась на берег Крыма. Вот в таком режиме, в рейдовом режиме работают разведгруппы. Но они работают в основном для как раз корректировки или разведки расположение, дальше разведывают расположение воинских частей российских объектов военных
передают координаты нашей артиллерии, начинает работать арта, идет корректировка, доразведка, корректировка какая-то уже по месту, и дальше уничтожается. Вот уничтожается российский военный объект на левом берегу. Вот то, что мы видели, вернее, то, о чем мы сейчас говорим. То есть примерно в таком режиме левый берег до глубины 25 километров мінусуються російські воєнні структури. А якщо говорити про запорізький напрямок, у нас є повідомлення перше від голови об'єднаних комітетів штабів Сполучених Штатів Америки Марка Міллі. Він каже, що Збройні сили України перетнули головну лінію оборони росіян. Якщо ми говоримо про Роботине в напрямку до Токмака, повідомлення, пане Роман, наступні. Роботине деокуповане, бої вже тривають за Новопрокопівку. Каже, що Новопрокопівка – це є те саме, що Старомлинівка на Запорізькому напрямку, на Бердянському. І є також повідомлення, що з Токмака вже почалась евакуація офіцерського керівного складу російської армії, а також адміністрації цього міста. Наскільки це вже є показник того, що Токмак росіянам не втримати? Новопрокоповка – это южнее Работина, это следующий населенный пункт по трассе от Орехова, Орехова, Работина, дальше Новопрокоповка, и дальше трасса идет до Токмака. Вот вдоль этой трассы продвигаются наши войска. В районе Новопрокоповки основная, одна из таких серьезных, даже не линий, я бы сказал, укрепрайон. Укрепрайон, который при прохождении этого укрепрайона, он действительно примерно такой же, как и в районе Старомлыновки. То есть это укрепрайон, имеется в виду уже без минных полей, без линии поддержки, но очень большое количество инженерно-технических сооружений. Там и надолбы, и рвы, и колючие проволоки, в общем, все там есть, и бетонные сооружения. Вот. И сейчас мы начинаем уже работать как раз и над этим укрепрайоном. Хотя наши западные партнеры, они тоже правы, когда говорят о том, что первую линию обороны, основную, мы уже прошли. Она была в районе Работина. Вот Работина – это такой опорник, можно так сказать, опорный пункт между первой и второй линией поддержки, между этими двумя линиями обороны. И мы его уже прошли, потому первую линию основную уже прошли, а вот ту линию обороны из инженерно-технических сооружений, это она в районе Новопрокоповки. Причем уже за этим населенным пунктом, там еще есть несколько, только не линий, они больше похожи, они разорваны, они больше похожи на такие гарнизонные уровни обороны. Их уже можно будет обходить или купировать будет уже намного проще. То есть как раз проходя Новопрокоповку, можно сказать, что мы уже будем выходить на оперативный простор после этих линий обороны. А вот уже в районе Работина расширяется плацдарм, это уже видно, то есть и на запад, и на восток. И в ближайшее время туда могут уже выйти наша артиллерия, а она будет доставать там чуть больше 20 километров. Ну, то есть артат будет доставать, армейская артиллерия будет доставать до Токмака. И потому, понимая, что Токмак становится прифронтовым городом, это где-то прифронтовой, это на дальности 30 километров, как раз на дальности работы армейской артиллерии города. Потому, понимая, что Токмак становится прифронтовым городом, естественно, по протоколу безопасности оккупационные власти начинают эвакуацию и местного населения, ну, естественно, коллаборантских властей, и документов, и некоторых вооружений в том числе. То есть это, в принципе, нормальный, с военной точки зрения, нормальный ход. Ну, а то, что мы Токмак освободим, это понятно. Вот в этом, я думаю, в сентябре мы уже будем видеть наш флаг и над Токмаком. Пане Романе, також це є повідомлення, що за останні 24 години в районі Роботине нам вдалося приземлити Су-25. От є відео, як він летить і падає. Скажіть, будь ласка, Су-25, наскільки це серйозна авіація? Это штурмовик, которому уже где-то лет 50, они еще работали
и по Афганистану. Хорошая машина, опасная машина. Дело в том, что это как раз штурмовик, который предназначен для уничтожения наземных целей. В основном для работы по земле. У него большая бомбовая нагрузка, ракетная нагрузка, которую он может нести. И уничтожение такое, я бы сказал, летающая рота танков одномоментно. Если вертолет — это один танк, вертолет — душа подбитого танка, так говорят. А вот Су-25-х — это практически рота танков, которая с большой на большой скорости, в основном под 600 км в час, это очень большие скорости, может наносить удары по наземным целям. Но у нас на линии фронта сейчас развернута достаточно неплохая система противовоздушной обороны, причем и армейского уровня в том числе, и ПЗРК, и зенитно-ракетные комплексы малой дальности, которые вот отминусовывают с дальности где-то от 5 до 10 километров, до 5 километров ПЗРК работает с руки, а где-то 10-12 километров работает уже армейские ЗРК малой дальности. Вот они не дают возможности подойти ни вертолетам российским, ні самолітом, в тому числі, подойти к лінії фронту. Окрім цього, на південному напрямку є кадри, як Росія розконсервовує техніку. Попри те, що вони кажуть, що у них найновітніші танки, в них все най-най-най-нове. Бачимо, вони розконсервували танк ІС-4. Що це за танк, пане Роман? Це хороший з точки зрення броні, з точки зрення, допустим, выполнение боевых задач. Это неплохой танк был, неплохим танк был лет 70-80 назад. То есть давно это все было. Лысый танк, вот посмотрите на него. Вот когда говорят лысый, это имеется в виду танк без обвесов, без брони активной, без ничего. То есть это, можно сказать, пушка, которая может выполнять боевые задачи как раз в режиме пушки. И так, скорее всего, так эти танки и будут использовать. То есть их где-то закапывают, допустим, какое-то обвалование, типа капонира, что-то такое делают. И вот такая пушка создает, вокруг нее создается определенный укрепрайон. Ну а дальше она хорошая цель, потому что брони как таковой нет. Наварят какие-то мангалы, конечно, на него, на этот танк, для того, чтобы его сразу сходу не уничтожили те же беспилотники. Ну, а в конце концов, когда до него доберутся джавелины или доберется артиллерия, его, конечно, отминусуют. Но такого рода техника, она на поле боя не живет долго. То есть ее и подтягивают для того, чтобы она там прожила какое-то время, выполнила несколько задач и потом под уничтожение. Потому о такой технике у россиян много. То есть вот в режимі пушек они могут эти танки использовать. Пан Романе, якщо говорити по фронту, наш генерал-полковник, командувач сухопутних військ Збройних сил України, відвідав Куп'янсько-Лиманський напрямок, Сирський Олександр, і сказав, що зараз росіяни починають переформатовувати свої підрозділи на цьому напрямку і докидати свіжі нові сили. Як ви вважаєте? Бо загалом зараз багато розмов про те, що Куп'янськ, особливо в стані ворога, може стати другим Бахмутом. Як ви вважаєте, чи реальний такий розвиток подій? Ну, треба розуміти, що мають в виду росіяни по поводу Бахмута. Чемодан без ручки, який нести тяжело і вибросити жалко. Или положить там под 100 тысяч человек под Куп'янськом. Так там всего их в районе 100 тысяч. То есть лягут все. То есть здесь, смотря с какой точки зрения, они имеют это в виду. Но дело в том, что Куп'янськ — ближайший населенный пункт от Валуек для россиян. Ну, и так как там где-то около несколько десятков, до сотни километров всего лишь движение, это больше, ну, около часа-полутора езды, то самые лучшие, короткие, малое плечо поставки техники, вооружений от Валуек в сторону Куп'янська. Потому они используют это направление как для того, чтобы попытаться связать наши стратегические резервы, растянуть линию фронта, вытянуть на себя некоторые моменты по усилению для того, чтобы не дать нашим войскам
выполнить качественно прорыв, выход на Азовское побережье. Поэтому будут до осенних дождей россияне однозначно будут сражаться, будем так говорить, за Купянск, Купянск-Узловой, если им вообще нужно что-то, то это Купянск-Узловой, именно он является железнодорожной такой сортировочной станцией, с которой уже выходит несколько веток практически во все стороны, потому будут пытаться. Но дело в том, что вот они пытаются, это уже как минимум, она уже больше полугода пытается, где-то с января месяца эта группировка находится в районе Луганского направления, вот началось движение где-то за месяц до дождей. Месяц у них максимум, может быть, полтора месяца у них есть. Ну, естественно, наши силы и средства, которые выделены для удержания российских войск на дальности где-то километров 7-8 от Купянска, они так и стоят, они же никуда толком не продвинулись. То есть это дальность, на которой они стоят уже последние чуть ли не год в этом районе. Потому, я думаю, удержимся. Там перепад высот, он в нашу сторону положительный. Там хороший укрепрайон за это время. Мы же тоже, пока не зарывались в районе Запорожского фронта, мы же тоже не стояли, там грибочки не собирали. То есть, ну, грибочки, конечно, собирали, но и выполняли задачу по обороне, то есть отстраиванию укрепрайона. И он там хорошо отстроен, там есть несколько толкоопасных направлений, которые неплохо проминированы, ну, и простреливаются нашей артиллерией. Там, кстати, очень много теряют россияне. Вот за прошлые сутки, по данным нашего генштаба, уничтожено больше 600 россиян, больше роты танков, 12 танков, 18 ББМ, боевых бронированных машин, 18 стволов, то есть вот около полусотни коробочек и больше 600 россиян отминусовали. То есть вот это как раз за счет и боев наступательного уровня, которые проводят российские войска. В наступление они выходят из укрепрайона, поднимаются в поля и движутся по открытой местности. Там мы их уже успеваем достать. Хорошо помогают кассетные боеприпасы. Хотелось бы, конечно, увидеть М-26 кассетные ракеты для «Хаймерсов», но пока не на часе, я тебе скажу. Я думаю, решат наши дипломаты вопросы по М-26, и мы будем не по 640 россиян в сутки отминусовывать, а по 1640 с их помощью. Пане Романе, знову ж таки, керівник головного управління розвідки Кирил Буданов каже наступне, що Росія, Кремль, Путін готують нову масштабну мобілізацію. Тобто вона і не припинялася, але вони хочуть її посилити і набрати 450 тисяч осіб. Наскільки це для нас загрозливо? Загалом каже Буданов, що в місяць вони набирають 20-22 тисячі свіжого особового складу. Останнє время із Москви йдуть угрози в качестве ИПСО, в чистом виде. Включился механизм угроз на нагнетание обстановки, то есть начиная от опять потрясания ядерной дубины, опять мы это слышим, там передачу ядерных зарядов в тактических Беларусь, и угрозы применения ядерного оружия, опять Медведев включил эту старую шарманку. И несколько моментов, связанных с военными угрозами, с военными, в смысле, с увеличением, так сказать, эскалированием ситуации. То есть и информация вышла о том, что там новое оружие россияне, так сказать, какой-то новые вундервафли начали производить или уже поставили на поток еще что-то. И вот одна из угроз, вот такой информационных угроз, слив информации о том, что россияне готовятся там призвать 450 тысяч, полмиллиона, миллион, 10 миллионов, готовы 25 миллионов призвать, ну и так далее и тому подобное. Рассматривается вопрос о всеобщей мобилизации, введении всеобщего военного положения. Это все накачка, то есть увеличение давления. Увеличение давления с целью заставить наших партнеров и нас в том числе прекратить военные действия и до весны потоптаться за столами переговоров. Ну, примерно так, ну, потоптаться. А за это время, естественно, российские войска, они как-то восстановятся. Даже вот эти 20-25 тысяч в месяц,
они восстанавливают потери. Но новый призыв общий, всеобщий, в принципе, возможен, как в прошлом году. Но только 450 – это много. Они даже с тремя сотнями тысяч не справились в прошлом году. Потому, я думаю, если будут призывать, то где-то примерно такое же количество. Но, опять же, для чего призывать? Если мы минусуем в сутки, вот за сутки 640 человек отминусовали, еще примерно столько же тяжелых 300, пусть до 1000 человек уходит с фронта каждый день. 30 тысяч в месяц. За 10 месяцев 300 тысяч человек отминусуется. Это же мы еще не наступали, мы же еще не начинали, если так серьезно говорить. То есть начнем движение, значит, эти все цифры увеличатся. Потому россияне уже сейчас примерно просчитывают, сколько им надо восстановить только для восстановления, не для увеличения, а восстановления той численности войск, которых у них сейчас есть. Ну, просто набрать людей этого ж мало, их надо подготовить, их надо прогнать через полигоны, дойти до боевого слаживания хотя бы батальона, после того, как уже можно было их отправлять, давать технику, отправлять на выполнение боевых задач. Так вот, эта вся система мобилизационная российская, она больше 300 тысяч не пропустит за полгода. Не пропустит. В прошлом году это было понятно, а вот за прошлый год это было понятно. И одно дело подготовить, а другое дело, опять же, техника. Технику, которую россияне производят, она с колес идет на фронт. И не только то, что производят, а вот уже ИИСы Иосифа Сталина выкопали и притянули на выполнение боевых задач. Значит, их техники однозначно не хватает. Потому эти 300 тысяч, которые они наберут, это будут просто голые, лысые, босые, рекруты, которым будут поставлены задачи, каких-то мясные задачи, не более того. Потому ничего здесь страшного нет. Вот при подаче такого рода информации, там вроде цифры страшные, надо их правильно, грамотно воспринимать, и не в негативном, я больше скажу, даже в позитивном плане. То есть россияне планируют уже себе планируют такие потери. Те цифры, которые будут от россиян сейчас исходить, это те цифры, которые они планируют потерять к весне следующего года. Это только на восстановление. Потому ничего страшного. И перемололи 250 тысяч, перемелим еще 300 за год. Нормально. Пане Романе, дякую вам за це зведення і хочу вас привітати з Днем авіації, тому що остання субота літа – це є День авіації в Україні. Тому вітаю вас. Спасибо за это поздравление. Конечно, тоже поздравляю всех авиаторов, потому что это праздник всей авиации. Ну, а реально погреет душу – это когда будет восстановлена военно-воздушные силы Украины, восстановлены, и будет назначен день, когда они были восстановлены, когда будет день военно-воздушных сил. Потому что у нас ВВС нет. Их просто разорвали по ведомствам, в МЧС, в воздушные силы, в разные структуры. То есть военно-воздушных сил в Украине не существует. Это, я думаю, было в свое время серьезная провокация или даже в прямом смысле уже нанесение урона. И пока не восстановятся ВВС, а сейчас все прекрасно уже поняли после ведения 10 лет боев, что основной ударной силой в армии это военно-воздушные силы, это самолеты, которые могут нанести вред противнику на большой глубине, создать определенный коридор для прохождения, безопасный коридор для прохождения уже наземных сил. То есть главная движущая сила армии – это военно-воздушные силы, которых у Украины до сих пор нет. Потому если нас иногда послушивают и потом подписывают некоторые люди, которые могут принимать решения, вбейте себе в голову, восстановите военно-воздушные силы Украины. И тогда все будет намного лучше и быстрее.
Дякую за це зведення. Нагадую нашим глядачам, сьогодні 26 серпня, субота. Не забувайте підписуватись, коментувати і, звісно, ділитися цією розмовою з друзями, родичами або знайомими. Мене ж звати Ігор Гаврищак і побачимось в ефірі 24 каналу.